Сейчас на моем балансе $235, а еще вот эти монетки я могу продать дополнительно на $66. Итого я заработал, друзья, в этом приложении $300, просто играя в игры. Мне кажется, что до этого, за месяц, просто играя в игры, я никогда еще такие деньги не зарабатывал, поэтому сегодня их будем, естественно, выводить. Привет! Это приложение XWorld, которое я вам первый раз показывал месяца так два назад. После этого на меня вышли разработчики этого проекта и выдали для подписчиков столько эксклюзивных промокодов, что их там общая сумма составила $920, по-моему. Поверьте, этих денег хватит абсолютно всем вам, но эти промокодики я спрячу где-то в видео, поэтому смотрите его внимательно и приступаем. Итак, это приложение, где мы можем зарабатывать на играх, при этом абсолютно без вложений, абсолютно любые суммы, как вы видите по моим балансам. Но такой баланс не только у меня, вот из всех игроков, смотрите, кто-то за прошлую неделю заработал $1100, это 100 тысяч рублей, следующий $500, $300, $200, и это все за одну неделю. Да что уж, друзья, говорить, только у меня на балансе, опять же, за прошлый месяц уже скопилось больше $300. И уже всего я вывел отсюда еще примерно такую же сумму за первый месяц работы. Ну и сейчас я вам покажу самые прибыльные игры для заработка здесь, как дополнительно получать монетки, вообще не играя в игры. Ну и, соответственно, все, что я заработал, будем выводить. Итак, начнем с того, что здесь сразу есть несколько валют. Первое — это Build Token. Это основная валюта этого проекта. Ее мы здесь можем зарабатывать, затем обменивать на вот эти вот USDT монетки и выводить отсюда прямо там на Тинькофф, в другую крипту или хоть через сервис быстрых платежей на любое банковское приложение. Один такой Build Token — это примерно вот такая вот сумма в долларах. И да, естественно, курс этой монетки может меняться. Так что, друзья, следите за этим курсом и выбирайте удобный момент, когда эти монеты лучше обменять на USDT, продать и вывести. Как раз таки вот в этих играх, которые находятся именно в этом разделе, мы эти билд токены можем и зарабатывать. На самом деле здесь есть не только игры, но еще и разные обычные приложения, которые можно просто установить и получить за это оплату. Вот, например, смотрите, приложение Островок. За его установку мы с вами получим вот 1200 вот таких вот билд токенов. Это примерно $0.14 или же где-то 13 рублей. Просто за установку. Но я знаю, как, друзья, за каждую такую установку приложения и даже за каждый выигранный раунд в любой игре получать в 2, а иногда даже в 3 раза больше. Вот об этой теме, друзья, реально мало кто знает. Чуть позже тоже расскажу. И давайте пробежимся, по моему мнению, по самым прибыльным играм, которые я здесь выявил. Первая — это вот такая. Называется «Мастер побега». Мы в нее заходим. И здесь, друзья, суть в том, что есть несколько вот таких вот разных камер с заключенными. И в каждую из этих камер заходит убийца каждые 30 секунд. И вы должны отгадать, куда он не придет, и положить в любую из этих камер любую вообще абсолютно сумму денег. Вот смотрите, сейчас мы пока смотрим, как играют другие игроки. У нас появляется вот этот киллер, появляется убийца, вот он идет. И сейчас, собственно, те игроки, которые инвестировали разные в эти камеры, очень сильно боятся. И вот этим, видите, они сюда инвестировали в целом все игроки 43 тысячи, им не повезло. А все те, кто инвестировали в другую камеру, они, естественно, заработали. Давайте с вами примем участие в следующем раунде. И смотрите, здесь вот можно инвестировать там 10 билд токенов, 100, 1000 или 10 тысяч. И здесь вот видно, сколько, куда игроков инвестируют в уже этом раунде. И давайте с вами, например, инвестируем вот сюда 10 тысяч монеток. Видно, что через следующие 5 секунд придет этот убийца, и посмотрим, в какую камеру он зайдет на этот раз. Как видите, в ту камеру, куда он зашел до этого, инвестировали в этот раз больше всех. Итак, вот он зашел, как видите, не в нашу камеру, значит, мы выиграли. И смотрите, мы положили 10 тысяч монет и заработали 10 800. То есть просто 800 монет на ровном месте. Если говорить в рублях, то примерно мы за буквально 30 секунд заработали первые 9 рублей. Вот так просто. Эта игра «Мастер побега» реально супер простая. Да, в ней нет большой прибыли, но зато, сами понимаете, и проиграть в ней довольно-таки сложно. А вот вторая игра, друзья, называется «Спринт Раннер». Тут вы ставите ставку на бегунов, которыми управляют реальные другие игроки. Вот, они сейчас будут бежать по беговой дорожке, и вы можете поставить ставку на победителя, в таком случае вы умножите свою сумму в 5 раз, либо на проигравшего, то есть на то, кто займет любое место, кроме первого. Конечно, проигравшего, сами понимаете, угадать легче,
Но поэтому здесь и доход умножается всего лишь в 1,5 раз. То есть не так сильно, как если ставить на чемпиона. И давайте, друзья, поставим ставку, например, на этого чувачка 1000 билд токенов. Все. Через 50 секунд начнется забег. Итак, все, друзья, вот забег начался. И смотрите, у нас наш человечек, судя по всему, уже не выиграл, потому что этому попался бустер. Да, мы заняли по итогу 4-е только место. Так что нам не повезло, но если повезло, мы с 1000 заработали бы 5000 монет. То есть это там чистыми, считайте, 50 рублей в кассу. Также, друзья, в каждой из этих игр вы вот здесь можете выбрать валюту, в которой вы хотите зарабатывать. Например, сразу в USDT-шке. Кто не знает, USDT — это реальная криптовалюта, которая привязана к курсу доллара. И ее в этом приложении тоже можно зарабатывать, можно там даже пополнять, выводить, обменивать и так далее. То есть вы сами выбираете, в какой валюте вы хотите зарабатывать деньги в этих играх. И вы, друзья, наверное, спросите, но где эти деньги взять изначально? То есть где, например, взять эти билд-токены? Во-первых, напоминаю, друзья, специальные промокоды. Их у нас с вами очень много, и каждый промокод даст вам аж по 20 тысяч билд токенов. То есть это получается по 2,5 доллара. То есть примерно 200 рублей просто на халяву за вот промо. Промокодов всего, как видите, 5 штук, и у каждого из них 100 активаций. То есть все эти промокоды в совокупности несут в себе 920 долларов. То есть на нас с вами разработчики выдали практически 100 тысяч рублей. Честно, друзья, когда разработчики на меня вышли и выдали такую кучу промокодов, я был немного в шоке, поэтому давайте этот видос завалим лайками, разными благодарностями в комментах, потому что им, я уверен, будет приятно, а вось мы еще какие-нибудь промокодики выпросим. Но это уже для следующего выпуска. Кстати, да, друзья, все сегодняшние промокоды и вообще все следующие, если мы их получим, я уже опубликую в своем телеграм-канальчике, так что обязательно на него подписывайтесь. А сами промокоды вы можете ввести вот здесь. Собственно, вот он, получить конверт, вводим код и забираем халяву. За это мы получаем с вами вот такие вот билд токены. Мы можем на них продолжать здесь зарабатывать. Либо их можно просто взять, продать за USDT-шки, то есть обменять на USDT-шки и спокойно вывести. Второй способ бесплатно получить кучу билд токенов – это выполнять ежедневные задания. Вот, например, вам просто каждый день можно открывать приложуху X-World, плюс 2 монетки будете получать. Дальше получаете кристаллы для питомца, каждый день тоже по 2 монетки. Что это за питомец, что за кристаллы, тоже чуть позже расскажу. Ну и само собой, вот здесь, друзья, крутим колесо фортуны, каждый понедельник выдается один бесплатный спин. Почему так мало? Да потому что, смотрите, здесь можно выиграть и вплоть там 5 долларов, и 10 долларов, то есть это 1000 рублей, там 500 рублей, в общем, призы здесь лютые. Также, друзья, напоминаю, что здесь на самом деле очень много заданий, где надо просто установить приложение, в нем зарегистрироваться, или вот приложение, смотрите, да, попалось, называется GoCoin, в нем вам надо смотреть рекламное объявление, то есть обычную рекламку, и за каждый там 5 штук получать, как видите, по 100 билд токенов. Ну, это реально халява. Помимо всего прочего, здесь есть вот такие вот питомцы и эльфы. Это как раз-таки, друзья, тот самый неочевидный способ заработка, который еще и весь ваш доход здесь умножает в несколько раз. Я бы даже сказал, это дополнительный пассивный доход. Смотрите, здесь есть вот такие вот питомцы. Их можно получать абсолютно бесплатно. Они вам ничего не приносят, но они на халяву увеличивают ваш доход билд токена. То есть, чем выше уровень вашего питомца, тем больше вы получаете денег со всех заданий, где вы зарабатываете билд токены. У меня сейчас питомец 3 уровня, и он приносит там буквально плюс 1% к доходу. Ну, я его практически не прокачиваю. Для его прокачки нужны вот такие вот кристаллы, которые я вам обещал рассказать, и которые мы, собственно, зарабатываем здесь на полном пассиве с каждого питомца вот каждые несколько секунд. А также здесь есть вот такие вот эльфы. Эти эльфы, эта штучка, конечно же, поинтереснее. Во-первых, эльфа нельзя получить бесплатно. Их можно купить только в специальном магазине, вот здесь вот, на рынке, за X-World монеты. X-World — это вот такая вот вторая валюта этого проекта, которую вы тоже можете обменять здесь на USDT и вывести. И эти монетки можно получить сразу несколькими способами. Самый простой, например, здесь можно пополнить баланс в USDT-шках, а потом эти USDT-шки вот здесь взять и обменять на эти монетки X-World. Либо можете заработанные билд-токены просто обменять на X-World. В общем, способов сразу есть несколько. И смотрите, вот эти эльфы, они сильно, друзья, увеличивают ваш доход. Но самое главное, вы здесь можете также прокачивать, причем довольно-таки сильно и долго.
и затем продавать, по сути, по любой цене. И насчет любой я не прикалываюсь. Вот кто-то продает своего питомца аж 20 уровня за 100 тысяч рублей, то есть 900 баксов. Кто-то за 100 долларов, за 200, за 170, 280, 400 и так далее. То есть цены самые разные в зависимости от того, как сильно этот персонаж, этот эльф прокачивает ваш доход. Но либо, если вы его так сильно прокачали и не хотите от него избавляться, вы можете его сдавать в аренду реальным другим игрокам и за это получать уже пассивный доход. И как именно, друзья, этих эльфов там и питомцев прокачивать, получать, продавать, я подробно вам показывал в одном из прошлых видео. С тех пор ничего не изменилось, посмотрите этот видос по подсказке. Также, друзья, здесь довольно-таки прибыльная партнерская программа. Приглашаем ваших друзей по вашей ссылочке и получаем с них процент с дохода. Смотрите, здесь вам платят за каждое достижение, которое достиг ваш друг. Вы видите, за какое достижение, сколько вам дают. И плюс ко всему, здесь платят по 35% от их дохода, то есть любых игр, заданий и прочего. Опять же, я не скрываю, друзья, что сам тоже зарабатываю этим способом, даже призываю вас на этом зарабатывать, потому что это максимально просто и пассивно. Я вот за 2 месяца заработал 209 долларов на пассиве с людей. И опять же, большую часть из них, вот видно в истории, мы с вами вывели уже в прошлом видео. Но помимо всего этого, с прошлого ролика я, друзья, успел заработать уже 235 долларов и еще 500 тысяч билд токенов. И давайте, друзья, сейчас эти билд токены продадим. Вот, указываем, давайте не всю сумму, 430 тысяч, чтобы у нас осталась сумма для игр. Все, заказ у нас размещен, ну и обычно они продаются здесь максимально быстро. И за это вот мы получили 51 доллар на баланс, то есть это там примерно 5000 рублей. И сейчас мы их сможем выводить. Кстати, друзья, как я и сказал, если вы не хотите зарабатывать с нуля, без вложений, то здесь есть возможность пополнить баланс. Например, вот выбираем 1000 рублей, дальше выбираем способ оплаты, это может быть Сбер, Тинькофф, Альфа-банк, СБПшка или даже крипта. Пополняемся в USDT-шках. И все, сразу на эти USDT вы уже можете играть там в игры, либо их можно обменять на билд-токены. В общем, уже распоряжайтесь ими как хотите. Но опять же, это не обязательно, это на ваше усмотрение. И да, друзья, чуть не забыл. Совсем недавно заметил, что они в свою группу ВКонтакте часто закидывают подарочные промокоды. Вот, тут недавно было 3 промокода. Каждый из них, друзья, на 20 тысяч билд-токенов, это по 200 рублей. И примерно на каждом из них было по 200 активаций. Так что вступайте в их группу ВК тоже. Тут оказалось много вообще всякой бесплатной халявы. Я сам ее раньше упускал, потому что просто про это не знал. А теперь давайте выводить. Выводят именно здесь, друзья, USDT монетки. То есть надо все сначала перевести в них. Потом нажимаем продать, указываем сумму. Пусть у нас это будет 300 долларов. Нажимаем выбрать метод оплаты. И здесь уже выбираем туда, куда хотите. Я буду выводить на Сбербанк, поэтому указываем номер карты, имя и ваш телефон. Дальше нажимаем подтвердить продажу. Окей. Дальше вводим наш пин-код. И, собственно, все. Заявочка на выплату у нас отправлена. И вот, друзья, по СБПшке, ну, не моментально, но буквально через несколько минуток мы с вами получили 24 899 рублей. То есть комиссия составила с такой огромной суммы всего лишь 1 рубль. А также обязательно посмотрите еще один более подробный обзор про это приложение, где как раз-таки я и рассказал, как прокачивать питомцев, эльфов и так далее, которые как раз-таки увеличивают ваш любой доход практически там в любых токенах. На этом все. Пока.